Всем привет, мы на заброшенном корабле в Москве. На какой-то... Не только яхте, короче, корабль какой-то. Это нижняя палуба какая-то непонятная. Кораблик маленький, шоколад разрестроенный. И в любой момент может потонуть. Значит, реклама какая-то. Приличный такой кораблик-то был. Вода за окном. А я плавать не умею, если чё. Ну чё там? Ну, прикольный дом. Блин, у меня опять Тарик садится. Кажется, там сортир. Да, фу. Как говорю, да? Фу прямо. Да, и фу, реально фу. И еще там кроватка. Чья? Шоколадная? Ну, судя по надписи, вот смотри. Дай-ка пойти. Батарея садится. Ой, я что-то еще не снимал и не заходил. Нифига себе. Красивое место было. А там другая заброшечка. Те, кто лазит, те знают. И видео закончилось.